Всем привет! С вами Макс Твардовский. Я приехал на второй этап РДС GP в Нижнем Новгороде. И как человек, стоявший у истоков всей этой лютой движухи, я буду вашим гидом в эти выходные. Прямо за моей спиной мой любимейший трек Энринг. Уже стартовала квалификация, и мы пристально наблюдаем и следим за нашими парнями и ждем результатов от них. Покрышки Сайлун, новый партнер у этой команды, и очень довольны. 73 балла у Ивана Никулина, первая попытка очень прилично. Очень много дыма, перекладка, красиво, черта, что-то в траектории есть. Проблемам с траекторией. 29 по траектории, 28 угол, 39 стиль, предельно близко к максимумам, 96 баллов. Аркадий Целеграция укрепил свое лидерство в этой квалификации. Посмотрим, потому что совсем уже интересно, что там было на этот раз. Все было идеально, синхронно. 28, 28, 39, ого-го. Неплохие баллы. И 95 все-таки, а не 96. Отличная развязка этой квалификации. Чемпионов начинает этот сезон Fail Crew Dark Side. 81-й стартовый номер, пилот из города Иркутска Евгений Лосев. Очень сегодня мощный я под квалификацию, но все-таки остался вторым. А кто был первым? До этого мы еще дойдем. А пока поаплодируем пилоту из города Барнаула, которого зовут Иван. Ну и вот, наконец. Может, первого проезда, конечно, не хватило бы, чтобы выиграть квалификацию. Но был второй на 96 баллов. И завтра точно будет на подиуме в ранге победителя квалификации Аркадий Целеграция! Вице-чемпион мира, пилот под 88 номером, с новеньким автомобилем, который чувствует себя хорошо. Что, дорогие друзья, вы сами все слышали. Это был парад, официальная часть. Ну а сейчас уже начнется битва. Топ-32. Аркадий Целеграция, дорогие друзья. Сэкономил пару покрышек и будет пилить их завтра. Байран, Байран, Женя Лосев.
брат Танчик на второе место квалификации проехал. Я хочу сказать, достойный проезд, очень импульсивный, очень большая выкладка, и было все классно. Ну, чуть-чуть там подвижку где-то сняли, хотя не понимаю, а что, за что тогда другим дали. Да. Заезд по весь в целом был собран. Ну, чуть плюс-минус, просто маленькое не услышал задание, наверху мог бы эту клипу заехать без проблем, но на нее особо акцент. Плюс еще цены возрубленные после первого этапа. Ну, понятно, очень сложно. Тачка на метле, вчера маленько тяжело ушел на клапанах, но пацаны все это реанимировали. Тачка на метле в полной боевой готовности, она в кондиции, все четко. Ну вообще. Не получается, нажимает его в него, расслабляется. Ну что рассказывай, как дела? Тачку, короче, настраиваем. Сейчас она не быстрая. Есть проблемки, работаем. Завтра тренировки, сейчас будем вживлять большие тапки на морду, чтобы, короче, можно было на жопе рыжачка накрутить. И попрем с Дамирчиком завтра в топ-16. Планируем его переехать. Переехать, но надо настроиться. Настроить машину на такой жесткий, как бы, держак. Тачка вообще мясо, очень мясо, да, но еще такая, знаешь, сыровато, надо поработать с ней. Сколько ты колес катал? Сколько колес? 10 пока. Надо поработать. Что, дорогие друзья, команда Dark Side Fail Crew в полном составе прошла в топ-32. Сейчас мы ждем окончания заездов и узнаем, кто завтра с кем будет рубиться. Баба, вторая попытка. Ох, дед валит. Ой, дед, ну что ты делаешь? Сергей, зачем же столько борща? А это Чивагар, молодое дарование, которое в этом году выступает. Итак, дорогие друзья, для нас первый день РДС окончен, и сейчас мы врываемся на нашей Dark Supre, на GDM-тусовку в Нижнем Новгороде. Мы добрались до GDM-тусовки местной, приехали с этими ребят пообщаться, показать, что у них есть, на чем двигаются. Атмосферненько. Что по спекам расскажи? 13 СР, форсунки 550 от Subaru, MAV Z32, настроены на FC. Нет, так он, дело-то не в этом, он пытается и то, и быстро соединить. Слушай, а я здесь завод.
Не, конечно, круто, что все живет, развивается, рассказывает, что там такие сложные времена, когда вообще ни хера нету, ни бабок, и джизетов уже там осталось всего парочку на всю Россию. Дело Лосева. Да. Считай, что нет. Это офигенно, что пацаны что-то как-то двигаются, и есть стиль. Знаешь, он есть. Лучше не скажешь, Максим, лучше не скажешь. Я вам хочу сказать, что каждый из вас был хорош абсолютно по-своему. Мы дали бы еще 3 ванматайма, смотрели бы до 3 утра. Я вас поздравляю, вы большие молодцы. Спасибо за качество. Благодарю. Все. Держи тебе. Благодарю. А главный приз. Это охуительная черная штуковина. Получается, так как у вас был ничья, но так как она у меня, а я больше уважаю дерзость и контроль машины, то сначала к тебе, а тебе дошлет компания. У тебя будет такой же. Ну, ребят, на сегодня все. Мы двигаемся спать. Первый день окончен. Давайте увидимся завтра.